Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего видео — магазин Рандеву. И в описании вы можете найти мой именной промокод на 10%, который даст вам, соответственно, скидку ко всем уже проходящим акциям и ко всем скидкам, тут код Гагуся, которые проходят на Рандеву. Покупка должна быть от 2500 рублей, бренд исключения Marc Antoine Barrois. И приятных вам покупок. Только не забывайте сначала перейти по ссылке, которая в описании. Если AdBlock мешает вам перейти по этой ссылке, отключите AdBlock вы на YouTube. Он не нужен россиянам в настоящее время. Вот, проходим по ссылке, а потом лишь применяем промокод. Вот. И сегодня такая тема интересная. В принципе, я хотел ее осветить в том или ином виде. Гагусеньку покажу. Болеет, не болеет, выздоравливает. Ну, Гагусь, да, скажи привет, ребята. Так-то шустренький, бодренький, ну, зайка. Вот он. Скажи, папа, отцепись. В общем, пожелаем все дружно Гагусе выздоровления. Хотел затронуть эту тему, осветить, но как-то все не мог найти подходящий момент. И она неожиданно, эта тема, вот сегодня утром, прочитав очередной комментарий к очередному ролику, я понял, что тему можно расширить. Ролик будет сумбурный немножко, потому что без сценария я его записываю, как и всегда. Хочу с вами просто поговорить по душам, как вот ваш приятель, парень из соседнего подъезда, скажем. Поэтому если, короче, завариваете чай или кофе, или что там вы пьете, и пообщаемся с вами. И, как всегда, жду ваших комментариев от души. Тема такая. Хотел сравнить сегменты парфюмерии, если можно так выразиться, а именно масс-маркет, люкс, ниша, опять же. И плюс я все-таки решил, что нужно выделить еще два сегмента. Вот то у нас было люкс, ниша, масс-маркет условно. Я же выделяю с этого момента, с этого дня сегодняшнего, еще два сегмента, по крайней мере, в моей парадигме, они будут четко выделяться. Это арабская парфюмерия, причем именно та, которая представляет собой клоны, многочисленные, сотенные, тысячные, наверное, тысяча наименований, или несколько тысяч уже этих клонов, поэтому, да, отдельное направление. И еще одно направление выделю, вот именно на эту тему хотел изначально ролик снять, это инди-ниша, так называемая, инди-парфюмерия. Поэтому 5 теперь таких вот главных сегментов в парфюмерии, по версии Пашко. Так вот, пришло сообщение мне от подписчика моего замечательного. Сразу хочу сказать, дорогой подписчик, все, что я буду говорить, это относится не к тебе, это конкретно не комментарий твоих слов, то есть это не в твою сторону. Просто ты эхом отразил мысли некоторых других, немалого количества других ребят, поэтому, ну, тут будет собирательный образ, но тем не менее, вот, хочу зачитать, значит, все сообщение, наверное, целиком. Паш Хаюшки, а что не смотришь в сторону арабов? Очень крутой парфюм выпускает те же Аджмал, Мизонс, Сафалев. Это все не особо к теме ролика относится. Ну, именно вот эти вот перечисления конкретных марок. Сафалев в скобочках Swiss Arabian. Но, тем не менее, зачитаю уже, чтобы более понятно было ход мысли моего подписчика. Купил на медне на Рандеву, использует твой промокод. Спасибо большое, огромное, очень приятно. Ажинать 5 ароматов Сафалев. ЗБС, скажу тебе. Например, парфюм Massive. Это вообще Straight to Heaven by Killian. Она стоит в несколько раз дешевле. И вообще, какие нафиг арабы? Те же именитые французские парфюмеры бодяжут для них. И сразу давайте, наверное, по ходу освещения вот этого сообщения буду прерываться и говорить. Французские парфюмеры бодяжат для них. Может быть, какие-то французские парфюмеры для каких-то арабов и бодяжат. Сразу говорю, я имею в виду именно тех арабов, которые клонируют. Я оговориться хочу, что среди арабской парфюмерии есть такая, которая уходит вглубь веков. Какие-то там известные сочетания, например, Роза Ут. Это классика, это арабская классика. Это там это придумали, там это носили, там развивали это направление. И лишь потом, впоследствии, европейцы
А когда вот... Ну, когда парфюмерия стала развиваться семимильными шагами, скажите мне? Ну, наверное, с начала 2010-х. И, ну, как по мне. Может быть, вы меня поправьте. Именно вот так вот, что куча новых брендов и такой вот огромный выбор. Когда люкс отошел аж на второй план. Когда я рос, то люкс это был вершиной всего. Хотя и сейчас люкс, считай, вершиной всего. Ну, неважно. Вот. Какие-то французские парфюмеры, да, делают для арабов. А, вот я что хотел сказать, не договорил, что среди арабских каких-то монументальных таких традициональных, традиционных домов есть, ну, и куча прекрасных домов арабских, правда, не все про них знают, потому что, ну, они больше для внутреннего рынка, они именно араб... Арабы Арабовича. И куча замечательных парфюмеров на них работает. И в том числе и французских они могут нанять. Каких угодно они могут нанять, да. Но если мы берем вот этот сегмент клонов арабских, то вовсе не общее место там французские парфюмеры. А если как бы они есть, то ну где доказательства? Скажите мне, назовите список именно клонировщиков арабских, которые используют труд французских парфюмеров. Вот поставьте на паузу и... И назовите, напишите мне. Не будем, повторюсь, говорить про тех, кто в глубину веков уходят со своей истории, которые создают самобытные ароматы, ни на кого не оглядываясь. И это на них, наоборот, какие-то люксовики оглядываются. Да, но у нас процветают совсем другие арабы. У нас вот именно все эти Swiss Arabian и прочее-прочее процветают, понимаете? Так вот, именитые французские парфюмеры ободяжут для них. Дальше. Или, например, Toscana Leather, Maison Alhambra. Тоже клонировщик. Да также в 1.1 на мой нос пишет подписчик. И не только на мой. Да, не только на твой, дорогой подписчик. С Томом Фордом «Тосканская кожа». Том Форд «Тосканка», ясен пень, тоже есть у меня. Посему тестил их в моменте с двух рук. Почему вообще я озвучиваю комментарий? Потому что он публично написан. И, в принципе, любой его может найти, посмотреть. Просто не буду имя подписчика обозначивать. Может быть, он не хотел такой вот известности. Массированной, да? А то начнут еще ему написывать там что-нибудь. Вот. Том Форд, ясен пень, тоже есть у меня, посему тестил их в моменте с двух рук. Вот. А цена еще смешнее, чем даже у Савалев, вот у этого. За 2800 наших деревянных взял 90 мл. Химия она и в Африке химия. Вот очень интересный момент. Химия она и в Африке химия. Да, ребят, большинство современных ароматов, они делаются там на 80% из химических компонентов, ну на 70%, по-разному, бывает и 90%. Ну, большая часть состава современных ароматов, даже очень дорогих, это химия. Но тут хочется отметить, что, во-первых, химия химии рознь, потому что некоторые химические, синтетические молекулы вот эти, они стоят очень дорого. И то есть купить... коптив от Живодан какого-нибудь, их фирменный коптив, новейший особенно, это стоит немалых денег и порой гораздо дороже, нежели там какое-нибудь масло пачули или масло бергамота, которое традиционно... Так, ну-ка, Гуся, ну ты сейчас будешь хлеб мне тут есть. Нет, иди оттуда. Поэтому химия, в этом нет ничего плохого. И подхожу к моменту, что... Неважно, из чего вообще собран аромат, важно, кем он собран и насколько качественно он собран. Аромат может быть галимой химией, но он настолько прекрасно звучит, что не хочется его раскладывать там на из чего он там сделан, смотреть вот этот засекреченный список, сколько натуральных там масел, а сколько синтетических. И вот что касается именно клонирования. Да, возможно, даже компоненты одни и те же, но я не уверен, что они одни и те же, учитывая, что у араба цена 2800, да, а у какого-нибудь Том Форд 28 тысяч. Ну все, сел на коня своего любимого. Давно не грыз целлофан. Новенькой слюды ему давно не было. Для примера, возьмем... Этот мистер Пропер, вот он у меня даже, я его купил. Я его почему купил? Мы как-то в офисе убирались, делали уборку, и там вот, ну, нам в качестве химии предоставили мистер Пропер, именно вот этот лимонный. Я влюбился в его аромат, кстати. Очень мне нравится, прям вот
как сам по себе, хотя он там с мыльными вот этими, с химическими акцентами, ну, безумно нравится. И вот, представьте, приходите вы к себе в офис, идете по коридору, и там пахнет лимоном. И вы, как нанюханный, как парфюмер, конечно, запах, аромат лимона вы узнаете. И вы скажете: вкусно, но мне было вкусно. Вот мы моем пол, а я кайфую от аромата, чистоты вот этого вокруг. Тут не просто лимон, а вот именно с мыльными такими, с нюансами чистоты. И к тому же, действительно, в физическом смысле наводится чистота. Ты проводишь шваброй, грубо говоря, и у тебя все чисто. Так вот, вы скажете: да, пахнет лимоном. Так в том-то все и дело, что сравните лимон отсюда полностью химически. Пусть мне нравится, но я уже такой парфманьяк-извращенец, может быть. Хотя, я думаю, не просто так эта отдушка добавлена. Я думаю, миллионам людей во всем мире тоже нравится она. Но все-таки это не одно и то же, что лимон настоящий, согласитесь? Или натуральное первого отжима, вот это лимонное масло. И там лимон, но пахнет по-разному. Это я все к чему? Что вот эти клонировщики арабские, они делают, да, прикольно, да, похоже, да, всего лишь за 2800. Ну, ребят, ну ароматы, не факт, что из тех же самых компонентов, и, повторюсь, уверен, что не из тех же самых. Вот. Если во Фредерик Маль там настоящее лимонное масло, то в этом Арабию, у которого 2800, это розничная цена. Представьте себестоимость аромата какая. Я понимаю, что у всех ароматов, даже дорогущих этих Буадичея, или как там Буадичея, себестоимость небольшая у всех. В относительном смысле, относительно цены. Но все-таки себестоимость той же Буадичея, она в разы будет больше определенно, чем у арабов. Так вот, вы вдыхаете этот клон, да, с двух рук. И вам пахнет очень похоже. И да, я с этим соглашусь. У меня вот в 2020 году мне первые ребята стали высылать, спасибо им огромное, от Леванты. И я вслепую их тестировал. Я множество арабов назвал дорогущей нишей. Ну, не то, что множество, но были там такие. Вот кто меня смотрит, те помнят. Хорошо, так котик посидел на планшете своими 5 кило на стекле. Ага, супер прям. Да, я путал. Но, ребят, одно дело вдыхать вот... сиюминутно, в слепом затесте, просто с руки, опять же, верхние ноты. А другое дело, вы же будете носить это на себе. И тогда нюансы раскрываются. Нюансы все, вот вся игра эта, которая есть в дорогих французских ароматах, тот же Фредерик Маль, скажем, да, та же Буадичея, этой игры не будет в арабах. Арабы, они разваливаются в базе. Они, да, они по-прежнему похожи будут. Вы будете на тусовке, многие спутают ваш этот Армав, Клуб де Ньюи, Антанс Фомен, они спутают его с Авентусом, да. Но нюансировки не будет. А для меня именно дьявол вот в этих деталях кроется. Для меня важны вот эти вот легкие тонкие метаморфозы. Для меня важно, чтобы я нанес вечером на тусовку аромат, да, а чтобы на утро я проснулся и... обнаружил какие-то новые грани. Вот как было с Проми, с тем же Фредерик Маль. Я сначала вроде как обзор сделал, и вроде даже и походил с ним, запаузился. А потом на следующие сутки он настолько по-другому раскрылся. И это красиво было. Вы понимаете, вот в этом смысл покупки дорогих ароматов. А так арабы, да, не похожи. Да, я вслепую сам перепутаю. Но ни за что я не предпочту араба за 2800 какому-то родоначальнику, тому же Критавентус. Ну, хотя Критавентус там отдельная история, они сами его поразбавили сейчас, и клонов настолько много уже, не только арабских далеко, а уже и именитые те же самые французы, итальянцы и так далее склонировали его, и многие что-то свое добавили, что получается не хуже, а даже где-то может быть и интересней, и по стойкости лучше и так далее. Поэтому, ну, как бы пример такой не очень удачный, но вы поняли меня. Лимонная отдушка, в которой вы узнаете лимон, и настоящее масло лимона — это разные вещи. Со всеми остальными компонентами то же самое. Или вот пример с помидорами хотел привести. Вот помидоры там зимой или весной вы покупаете эти тепличные. Они красивые, на вид красненькие, наливные, симпатичные. Но что там по вкусу, ребят? И вроде помидорный вкус, но какой-то не такой, да? Стрёмненький какой-то. Вот. И сравните их с итальянскими помидорами. И переходим к... Вот, итальянские помидоры кто-нибудь пробовал живьем? Вот я даже сам не пробовал. Я в консервах только вяленые помидоры или нарубленные в собственном соку, какие-то такие. И то чувствуется качество, что это, да, они вкусные, они сладкие такие, эти помидоры. У них аромат яркий. Насколько у помидора может быть аромат? Сравните. И там вроде сырье одно, но совершенно разное. Вот. Что еще хотел сказать?
А, ну вот, вы сейчас подумаете, ой, да Пашко такой весь на понтах, типа, для тебя сила бренда там имеет значение. Да, сила бренда имеет значение, но я не вслепую, когда гонят фуфло, допустим, эти бренды именитые, скажем, да, я не буду поклоняться и любить, обожать их за то, что они вот шнягу эту всю гонят. Вот пример яркий из недавних дней, выкупил на Wildberries и заказал ножницы, бренд Tupperware, если вы знакомы, да, бренд происхождения США, все свои товары, большинство, ну, по крайней мере, для европейского рынка, они делают в Европе, Франция, Бельгия, Германия, вот там это все и изготовляется. Вот ножницы, вы знаете, я люблю все эти ножички всякие, и что-то я по ножницам прибалдел в последнее время, потому что, ну, люблю я резать, все вот это вот обожаю. Тем более, действительно, очень интересная такая и полезная вещь для кухни. Не все представляют, насколько полезно и сколько много функций. Тут и отвертка, и открывашка, и орехокол, вот. И разбираются они на две части, и тут и рыбочистка, значит, и овощечистка, вот эта прорезь, и чего только нет. Короче, это я вам все к чему. Купил, кайфанул такой, 1600 они стоят. Во-первых, не понравилось, что коробочка там какая-то с китайскими иероглифами у них, видимо, импортозамещение, из Китая все гонят, да? Пусть бы, фиг бы с ними. Во-вторых, сделано во Вьетнаме, уже не в Европе, но, видимо, для китайского рынка во Вьетнаме делают тоже, это все не важно. Ножницы сами кайфовые, классные, но я когда погрузился в эту тему ножниц, что вы думаете, я нашел точно такие же, вот, знаете, дизайн практически один в один, на 95% идентичный дизайн, и те ножницы, с которыми идентичен дизайн, они от Xiaomi, понимаете? Причем от Xiaomi я не поленился, почитал комментарии к тем ножницам. Они от 2021 года. А эти супер новинка 2023. То есть получается у Tupperware, у них калька полная с Xiaomi. И если эти стоят 1600, то Xiaomi стоит 500 рублей. Причем я кучу фоток пересмотрел, все на толщину стали. Дико толстая сталь, они очень тяжелые, это хорошо. Они долго прослужат, все нержавейка, high grade, professional grade здесь написано. Дело в том, что Xiaomi из такой же толстенной стали. Вообще все практически то же самое. И нифига себе, думаю, какое... до чего дошли? Tupperware, это бренд с более чем полувековой историей, который задавал всегда тренды, с которого все всегда пример берут. А сейчас взяли, получается, чуть ли не у Xiaomi. Кроме Xiaomi я не нашел именно идентичного дизайна. Вот. И получается, что тупо у Xiaomi патент выкупили или что, и под своим брендом производят, втридорога продают. Ребят, я верну эти ножницы и закажу себе Xiaomi. Хотя я Tupperware обожаю. У меня очень много посуды от Tupperware, и я ценю их качество, и здесь по-прежнему все хорошо. Но извините, у китайцев слезать дизайн и перепродавать втрое дороже? Ну нет, я на это не пойду, и не нужен мне этот шильдик Tupperware. Пусть будет китайский, там, Хоу-Ху, какой-то вот такой дочерний сяомовский бренд. Так что я абсолютно не ведусь на шильдик. Если вы делаете качественно, вы делаете качественно. Если вы не умеете, то будь у вас хоть 100-500 шильдиков, я на это не поведусь. Вот, что я хотел вам сказать. Это очень важно. Дальше продолжаем. Значит, закончили на том, что химия, она и в Африке химия, сказал подписчик. Ну вот, не та же самая химия. Кстати, еще моментик интересный. А вы в курсе, что отдушки для вот этих поломоечек всяких, для ваших любимых шампунек, для Эльсеф, там, Лореаль Париж, для там, Велла, чем вы пользуетесь, неважно. Все эти отдушки делаются на тех же самых концернах. Живодан, вот этот, EFF, Ферминих. Отдушки делаются там же и изобретаются там же. Штатом специалистов, нюхачей, вот так вот, для вас пол помыть, а очень много сил затрачено было, чтобы их изобрести, и, ну давайте сравним, все-таки это поломойка, а есть, допустим, лимонные парфюмчики какие-то, да, но вы же не будете говорить, что химия, она и в Африке химия, и одна и та же, даже которая сделана одними и теми же концернами, понимаете, вот чтобы вы немножко разницу эту отличали. Дальше он пишет после этой химии в Африке. У Аджмал тоже очень достойная линейка есть, Purely Orient. Тоже взял на рандеву три аромата из этой линейки, поюзав твой промокод. В общем, арабы красавы, понимаете? А Том Форд и Кюркджаны всякие, барыги. Вот так, вывод какой. И вот они-то точно геи. Ну, только таким словом нехорошим, понятно, да? И, кстати, не только в переносном смысле. Но вот здесь тоже момент. Господи, что же вас всех-то приперло по этой теме гейства в последнее время? У нас какое-то столпотворение в группе, там...
какие-то совершенные шуточки и какие-то вообще и посылания друг друга в какие-то такие места пикантные. Что же вы прям так, как пользоваться, значит, Томом Фордом, так все нормально, а как речь, если завести там про недостатки, ну, может быть, больше те люди, у которых там нет возможности купить Фордов, они используют вот этот аргумент. Кто он там? Какая вам разница, с кем человек спит вообще? А? Ну, это опять же не к подписчику относится, я вообще говорю. Значит, и не только они в переносном смысле, ты-ты-ты-ты-ты. Платим им в основном за бренд и прочую хероту, типа хрустальных флакончиков и золотые, в кавычках, крышечки и за маркетинг. Ребят, ну вот опять повод остановиться и порассуждать. Да, платим за бренд очень много. А знаете, почему за бренд платим? Хотя бы потому, что он раскручен, он на слуху. Хотя бы потому, что если вы имеете в своей коллекции, давайте так, если вы имеете в своей коллекции 10 Фордов, Томов Фордов этих гейских, да, неважно, там, полтинничек, соточек, неважно, вот у вас 10 флаконов, вот вы попользовались какое-то время, надоели вам они, у них великая постпродажная стоимость именно из-за бренда, потому что это, ну, как сказать, ну, это как iPhone. Неважно, насколько хорош сам аппарат, но вот это вот флёр избранности, легендарности, он витает вокруг айфонов, и поэтому айфоны бэушные, там, пятилетней даже давности, они продадутся гораздо лучше каких-нибудь самсунгов, там, и тем более Xiaomi каких-нибудь китайских. И так, и точно так же Форды, сколько бы лет им ни было, наоборот, если они у вас, эти 10 флаконов, 10 лет уже стоят, половину из них уже сняли, скорее всего, снятости вообще в стратосферу залетают в цене, и вы прекрасно эти Форды продадите, даже, наверное, дороже, чем вы их купили, несмотря на то, что они у вас использованы. А теперь представьте, 10 арабов, да, они каждый по 2800, этих 10 арабов в сумме вам стоили всего лишь как один Форд, скажем. Да, окей. Ну, во-первых, вы все это время, допустим, эти 10 лет пользовались всего лишь арабами. Арабы, но это не Том Форд. Вот я имею в виду, опять же, клонировщиков. А во-вторых, когда вы их соберетесь продавать... Кукушка кукушонку купила капюшон, как в капюшоне он смешон. Что же у меня с языком сегодня? А когда вы захотите продать этих арабов через 10 лет, вы максимум сколько выручите? Ну, по 1000 за этот бэушный араб, про который уже, возможно, и забудут, как, что это за бренд был. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Вот она, постпродажная стоимость арабов, 1/3 от цены, грубо говоря. А у Форда может быть умножить на 1.5 или умножить на 2. Разница, ну, там, 4.5 в 6 раз постпродажности вот этой. Так что бренд — это не просто так. И опять же, бренд, как и среди других отраслей промышленности народного хозяйства, бренд, он означает качество, какой-то уровень. Значит, хороший парфюмер, значит, хороший подход именно к разработке аромата, значит... безопасная жижа внутри, значит, плюс-минус достойные характеристики, там, стойкость, шлейф, хотя здесь арабы всех, конечно, победили, но не в этом счастье. Но вы поняли, бренд гарантирует совокупный какой-то уровень. Поэтому не просто так мы переплачиваем за бренд. И опять же, ненавижу копикэтов, ну, ненавижу я, ну, как так взять на чужом труде выехать? Вот вы говорите, ценники большие. Да, я тоже костерю Роджу Дава того же за то, что он ценники заряжает, а сам делает переработку люксовых хитов. Но он делает, во-первых, ее хорошо. Пусть я там не супер фанат, но куча ребят фанаты. Они говорят, да, это по мотивам Dior Eau Sauvage, но это прям лучше даже получилось. Вот так вот они говорят. Или это по мотивам Hermès Bellamy, но это лучше, чем Hermès получилось. Здесь что-то свое привнесено, здесь качество ингредиентов лучше и так далее. Так вот, чтобы стать таким, как Роджа Дав, чтобы уметь делать такие ароматы, пусть я лично фанатом не являюсь, да, нужно сначала было отучиться лет 10. Тяжело отучиться в этих академиях химических, парфюмерных, не знаю где еще, не знаю точно, какие у него образования. Нужно было заполучить этот статус, нужно было заполучить этот опыт. Как у меня спрашивают иногда, а что ты столько много денег дерешь за час своей работы? Я говорю, ну, классической такой крылатой, можно сказать, фразой. Я говорю, ребят, чтобы драть за час столько денег, я 25 лет учился этому. Чтобы за час уметь сделать такое, за которое можно столько денег содрать. Поняли, да, смысл? Ну, поняли. Вы тоже, наверное, свой труд цените. И когда эти парфюмеры по заказу, ну...
тот же Эсти Лаудер, да, который заведует Томом Фордом, вот они дают бриф парфюмеру, вот сделайте то-то, то-то. И этот парфюмер перед этим за бешеные бабки, кстати, вы знаете, сколько там стоит во Франции, в этой, в Грассе, образование? Адские деньги вкладывал в образование, потом не измерить никак вот эти годы его опыта, мастерство, он его заработал, он получал престижные премии на всех вот этих выставках парфюмерных, да? То есть он признанный мастер, признанный, а не какой-то ноунейм там, вот. И его нанимают за хорошие деньги, вот этот хороший, ну, в смысле, именитый этот концерн Эсти Лаудер, и говорит, сделай. Он корпит все это дело, сколько трудов-то убухано, сколько, а потом на рекламу, на логистику, на все, про все. И вот она цена. Да, понятно, что накрутки у них, тем не менее, огромные. Это понятно. Просто чтобы немножечко тоже, иногда некоторые из вас задумывали, что цена складывается не только, что вот налепили шильдик, на что попало Том Форд, и продают. Нет. А что делают арабы? Они берут хроматографом вот это все исследуют, и что им там выдаст? А им может выдаст не то сочетание компонентов, но тот примерно выхлоп в результате. Вот и все. И они используют то, что рекомендуемо вот этой компьютерной программой. И все. То есть это получается паразитирование на чужих стараниях, на чужом труде. Не люблю вот это копикетство, копикетие. Это очень обидно. Вот представьте, вы над чем-то корпели, там 20 лет, изобретали что-то, а потом кто-то взял, стырил у вас, и все это стали продавать за копейки в каждом супермаркете, в драгсторах в этих. И вам еще вслед кричат, да, он там еще и вот нехороший человек к тому же. И вообще деньги дерет, а корицу жалеет. Так что и пахнет не так же точно, и сам путь создания, он меня, мне не хочется за такое даже деньги отдавать, ну потому что, ну блин, ну некрасиво это. Нужно поддерживать наших любимых парфюмеров копеечкой, я считаю, чтобы они еще лучше что-то придумывали впоследствии. Нужно отдавать дань уважения мы можем в виде денежки, их таланту, потому что мы наслаждаемся, потому что если бы не они, то не было бы этих арабских копий, понимаете, в чем дело? Вот в чем дело-то. Ну, хотя, если в общем и целом взять, в общем и целом, если не брать каких-то вот этих вот, вот эти бренды-копировщики, то сейчас, конечно, глобализировалось очень парфюмерное искусство. Вы заметили, да, что не только арабы стали клонировать, грубо говоря, какие-то популярные ароматы, европейские, скажем, да, но и в люкс просочилось очень много Востока, каких-то исконно арабских тем, но в случае с люксом все-таки они не берут вот и тупо передирают формулу какую-то арабского знаменитого аттара или масла, который там еще с прошлого века, вот классика, да, арабская. Нет, они все-таки европеизируют все эти Востоки, и все-таки они привносят что-то свое. Поэтому в обратную сторону не совсем это работает, я считаю. А, ну еще тут было замечено, да, что в основном за бренд платим и прочую хероту, типа хрустальных флакончиков и золотые крышечки за маркетинг. Ребят, кто бы говорил про хрустальные крышечки и про цыганские вообще дизайны? Ну, давайте только не будем, какие там у арабов дизайны. Причем многим они нравятся, заходят, и многие считают, о, да лучше 2800 заплатить, и такой шикарный дизайн, все там с золотом, какие-то формы неровные флаконов, в каких-то 5 шкатулках там, вот лучше за это, вот это дизайн. Ну, я не согласен абсолютно. Для меня это не дизайн, это, блин, цыганщина. Ну и вот, и слушайте дальше. И за маркетинг, типа, платим мы этим кюркджанам. Не зря же в Кембриджах всяких, в кавычках, обучались маркетологи. Технологии продаж, что? А парфюмеры, как сказал уже, везде одни и те же. Нет, не одни и те же. У арабов там ноунеймовые совершенно парфюмеры. И вообще там компьютерная программа создает эти ароматы. И формулы ароматов своих продают тем же арабам как-то так. Ну, тоже, опять же, где пруфы? Что значит продают арабам? Может быть, где-то местно кто-то кому-то продает. Может быть, вам об этом известно. Напишите, что за формулы именитые нишевые люксовые дома продают арабам. Это что-то, знаете, из серии вот этой парфюмерии ОАЭ, да? Заходишь на сайт, где все по 1400. И Форды, и Байреда, и Киллианы. И написано, что типа у нас супер сырье, делается все по лицензии, из тех же самых концентратов, все высылается из Франции. Ну вот, из той же оперы.
Никакие там не те же парфюмеры и никакое не то же сырье. Все это уже нужно запомнить. И, наконец, про инди-бренды. Хочется, конечно, инди-брендам, наверное, отдельный бы лучший ролик посвятить. Но, может, я созрею когда-нибудь и посвящу. Почему они сюда примешались? Ну, потому что тоже, да, один из сегментов, во-первых, как я уже сказал, в моей классификации, по крайней мере. А во-вторых, просто вспомнил одного парня, в принципе, ну, нормально к нему отношусь, имени называть не буду, который тоже любил поразглагольствовать у нас в дружине. Я его даже забанил в итоге, потому что, ну, всех достал. Типа, все эти роджедавы, шарлатаны делают из дешманского сырья, а вам ценник заряжают. А вот инди, и начинает перечислять своих вот этих русских, как правило, инди-парфюмеров, вот они, у них-то настоящий экстракт кабарги, у них-то настоящий мускус, у них настоящая серая амбра от кита, и вот они-то, они-то, ребят... Вот, как я отметил в начале ролика, хочется сказать, что не все так просто. И поверьте мне, я перечитал кучу литературы, ну, не то что литературы, форумы я читал, где хорошие такие со стажем, именитые парфманьяки, но зарубежные, дискутируют на эту тему, а я как с краешку такой присел и чисто уши растопырил и слушал. И они, в принципе, отзеркалили мои мысли, а я говорил в обзорах той же Фуэги, того же Ареш Ле Доре, или как там, Ареш Ле Доре. Это русский парфюмер с французским названием, который вот якобы из супернатурального всего делает. Сейчас скажу, вот постараюсь кратенько мысль, повторю точнее. Не важно, какие вы используете компоненты, важно мастерство парфюмера, потому что мастер-парфюмер, он просто ко мне домой придет, если я даже все парфюмерные какие-то... впрямую парфюмерные вещества спрячу, он просто найдет омывайку вот эту вот, поломойку, немножко чая там с корицей, гвоздикой, немножко приправ, все это замешает, у него получится интересный аромат. Вот понимаете, да, про что я? То есть даже из абсолютно синтетических материалов он сделает конфетку, и все будут хлопать, весь мир будет рукоплескать. И в то же время ноунеймовый какой-то парфюмер, ну как ноунеймовый, вообще что такое инди? Для меня лично, я могу как-то по-дилетантски ее... давать ей определение, поправьте меня. Я считаю, что инди-парфюмерия — это когда человек, который называет себя парфюмером, он просто, ему пришло какое-то вдохновение творить ароматы, там, космос, луна, Пеннивайз, ему через космические энергии во сне формулы эти, значит, привнес, или бабушка в детстве ему нашептала, что суждено тебе стать великим парфюмером, и человек зачастую, не всегда, но зачастую, даже без парфюмерного образования, начинает, ну, основывать свой бренд и начинает творить. И да, покуда у него маленькие тиражи, он может позволить себе любое сырье, даже очень дорогое, в принципе, вот. Просто нужно понимать, что в маленьких тиражах проще производить из отборных ингредиентов. А в больших масштабах это слишком дорого получается, во-первых. Во-вторых, проблема с натуральными ингредиентами, что урожай от урожая разнится, и должны существовать целые лаборатории, где аромат урожая, допустим, жасмина вот этого года, он отличается от аромата жасмина предыдущего, от урожая предыдущего года, кто должен как-то миксовать, видимо, компоновать, чтобы аромат приводить к единому целому, чтобы аромат не менялся драматически каждый год, понимаете? Это все возня. Для мелких брендов, видимо, нормально. Почему Фуэгию я отнес сюда? Потому что я и нюхал ее, я ее пробовал. Да, слишком мало ароматов, но три штуки, это же тоже выборка, это же тоже срез. Хотя у них там их 150. Да, надо побольше потестить. Но смысл в том, что у них от урожая к урожаю тоже меняется звучание ароматов, от партии к партии. Вот. И какие-то ценятся больше, потому что пахнут по-другому. Не потому что реформулировали, а именно вот такой урожай. И вот эти фактически, не хочу оскорбить никого, но фактически они no-name парфюмеры, вот эти индивые. Хотя, может быть, прекрасные, чудесные, творчески одаренные всесторонние парни, девушки там и так далее. Вот они и считают себя, ну, не то, что считают, они решают производить ароматы. Они их производят. Но когда ты нюхаешь этот аромат, ты понимаешь, что да, наверное, компоненты хорошие, но настолько это собрано, одна нота перекрикивает другую. Это все звучит не в попад, понимаете? Это звучит невкусно, это звучит неинтересно, это звучит не как симфония. Это не играет так, как должно играть. Это просто, ну, вот, если вы не понимаете, о чем я сейчас, это просто вы когда-то ощутите. Вот найдете такой бренд с парфюмером, который откуда ни возьмись, без образования, который
производит малыми тиражами, якобы из натуральных, ну, кто-то не совсем из натуральных, но они вот многие именно темы бравируют, что у нас суперсырье. А выхлоп-то какой? Результат какой? Ребят, в тысячу раз я... Что в тысячу раз? Тысячу раз я предпочту пользоваться химозной химией от парфюмера, который сделал мастерское творение, нежели вот эти натуральные материалы смешали на коленке. А результат? Главное нам результат всегда. И об этом не стоит забывать. Поэтому инди-парфюмерия это тоже очень-очень такое на любителя. Они, да, они практически никого не копируют, не клонируют. Но опять же, может быть, лучше бы у кого-то что-то и подглядели. Авось более стройная композиция, какая-то, по крайней мере, какой-то каркас бы подглядели и свое бы нанизали. Ну, скорее всего, такие есть ароматы, но я говорю вот про свой опыт, что я пробовал. Впереди гедонист еще, кстати, у меня марка. Буду обзирать, там что-то 4 аромата у меня, что ли. Вот интересно познакомиться. Интересно ваше мнение про инди-парфюмерию, про этих вот клонирующих арабов, как вы к ним относитесь. И я очень сильно надеюсь, что мои подписчики все-таки уважают труд этих геев Тома Форда и Кюркджана и же с ними. И воздают им должность за то, что они вообще в мир принесли какие-то доселе неизвестные направления даже, скажем. Баккара Руж 541, чего стоит. Если бы он ее не придумал, ее надо было придумать. Сколько уже по мотивам выпустили. И по мотивам, и клонов, и всего на свете. Кто вам дает? Они вам дают. Или Ле Маль Жан-Поль Готье, тоже рук того же Кюркджана. А Том Форд, ну не сам он парфюмер, но он руководил брендом до последнего времени. Сейчас он отошел уже. Сейчас уже все почти в руки Estée Lauder перешло. Но тем не менее, тосканская кожа под его... инфлюенсом, да, создавалась знаменитейшая. Тоже сколько, не перечесть просто, сколько клонов, и арабских в том числе. Табака, ваниль. Как бы я сам к ним не относился, но я отдаю должное. Это хиты, это огромный вклад в современную парфиндустрию. Спустя десятилетия их будут помнить и уверен, что они-то в цене никогда не потеряют. Вот вам и бренд, пожалуйста. Я ж прямо хрип. Ой, 40 минут наговорил. Вот. Простите, пожалуйста, за сумбурщину, за излишнюю, может, эмоциональность, но я по-другому не могу. И не забываем подписываться в наши парфюмерные сообщества, которые в первом закрепленном посте. Не в описании, а в первом закрепленном посте. Там и Пашко Парф Дружина, в которой каждый имеет право голоса. В режиме чатика мы обсуждаем все насущные вопросы парфюмерии, и не только, а также Пашко Парф Барахолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. У нас она специализируется именно на мужском парфюме, так что там самое что ни на есть целевая аудитория. И Пашко, скидки у нас там бурлит, кипит, обсуждение приходится чистить ежедневно, потому что столько флуда, но там именно секретные промокодики. Некоторые из них действуют пару часов, поэтому важно подписаться и руку на пульсе держать, и тогда вы не пропустите ничего, и будете все очень выгодно покупать. А также Пашко Антифейк, где мы вычисляем поддельные ароматы и мошенников. Вот, пойду полоскать горло я, чтобы не хрипеть. Засим я прощаюсь с вами, и Гагуся прощается, да, Гагарин? Да, и до новых скорых встреч. Пока. Супер. Хай.